нежнейшее растение для домашнего выращивания – кампанула. Уход на радость цветоводу. Слушайте в сегодняшней заметке, почему не цветет кампанула, причины и как исправить. Почему не цветет кампанула? Растение с радостным названием принадлежит к семейству колокольчиковых и пришло из южных частей Европы. Несмотря на ощущение праздника, света, морского бриза, который дарит цветение колокольчика, кампанула встречается как на побережьях, так и в горных регионах. Кампанулы два вида – альба и майя, жених и невеста, цветут белыми и голубыми соцветиями. Кампанула выращивается как однолетник, поэтому и уход за ней соответствующий, но повторная выгонка соцветий также возможна. Нужно только ввести цветок в состояние покоя, а затем пробудить по основным правилам ухода. Подходящие обработки кампанули усиливают цветение, поэтому если она не цветет, причины стоит искать в отвлечении от основных правил. Требования для цветения кампанулы. Защищенное от сквозняков место. Первая причина, почему, кстати, не зацветает, болеет или погибает. Размещение на хорошо освещенных местах. При минимальном поступлении света формируют слабые соцветия. Не трогать вазон в начале вегетации. Температура воздуха от плюс 15 до 22 градусов. Подкармливать в начале весны минеральными удобрениями, не вносить свежую органику. Регулярность один раз в две недели. Кампанула любит, когда в начале цветения дают волю насладиться предоставленными условиями в доме, поэтому любые перемещения противопоказаны. Двигать, перемещать горшок с растением нельзя, оставьте все как есть, если позволяют условия. Тем более, что нельзя кампанулу обрывать или подрезать в первые весенние месяцы, так как приостановит рост. Выставите кампанулу на восточное или южное окно, где постоянный доступ к освещению вдохнет жизнь спящие бутоны. При температуре 22-24 градуса летом проблем с переизбытком освещения или воздействием жаркого воздуха не возникнет. Открывать окно на проветривание рядом с кампанулой можно, но постоянные сквозняки из-под тишка, воздействующие на корни, вызовут гниение. Проблема актуальна для переходных сезонов. Летом же, наоборот, нужен доступ свежего воздуха и снижение воздействия прямых лучей. При посадке используют питательную рыхлую почву, а дополнительный стимул для цветения кампанула получает из-под кормок. Перечисленные выше удобрения вносят по инструкции на упаковке, кроме предназначенных для синполей, снизить два раза объемы или развести с водой, чтобы не обжигать корни. Кампанулу высаживают в горшок по 5 литров. Корневая система, несмотря на медлительное развитие и слабое здоровье, достаточно крепкая и быстро разветвляется после пересадки. Единственное, что корням нужна постоянная влага. Как только полива не будет, кампанула не цветет. Как поливать кампанулу для цветения? В воду для полива добавить ложку извести, если используется кипяченая вода из-под крана. Отстаивать воду до полива или размораживать. В зимнее время сокращать увлажнение, а летом, наоборот, увеличивать объемы. Сливать всю скапливаемую воду в поддоне, а застой приводит к гибели цветка. Пишите в комментариях, почему не цвела ваша кампанула и что посоветуете из своего опыта.